И вообще будет огонь. Огонек. Еще свет нормальный, включу кольцевую лампу. Губы гигиеничкой намажу, потому что они у меня сухие. Песня просто будет. Можно будет замуж выдавать. Первый или второй? Ну, скорее второй, чем первый, второй. Глаза уставшие, не спи. Может, они счастливые глаза. И посмотришь Вахо Бруклин. Да, конечно, обязательно. Это он вам сказал, чтобы вы попросили, чтобы я посмотрела? Я просто не понимаю, почему. Почему все про это пишут на тир. Блин, я не знаю, я хочу спать, но вроде не хочу и хочу. Видите, как много волос маленьких отрастает? Это вот типа маленькие волосы, молодые, красивые глазки, спасибо. Беларусь, Минск. Второй самото. Ну, тебе виднее. Не поспорю с тобой. У меня женщин не было. Анастасия Каменских, это твоя тетя? Это моя дочь. Короче, ладно, все, я пошла. Пойдем сходим в лебяжий ресторан. Сейчас, прямо сегодня? Прямо сейчас выходим? В лебяжий у меня была уже 1000 лет. Последний раз я там была весной. Ела невкусный чизкейк. А не, мы потом с друзьями ездили летом. Моя подруга любит там эту кукурузу с пармезаном. На гриле. Мы просто ехали ради этой кукурузы. Не, на неделю. Я же тебя не знаю. А вдруг ты мне не понравишься? Горячая вода. У тебя есть штатив для телефона? Да, у меня есть кольцевая лампа. Но мне просто так лень. Ну, типа, я давно уже... Я, видите, я не специально не накрасила губы, не включила кольцевую лампу. Ты тоже любишь кукурузу? 100% понравлюсь. Сколько тебе лет? Видеоавтора. Что видеоавтора подписался? Сколько тебе лет? Я могу тебе уже сразу сказать все. Я могу тебе сразу уже объяснить вообще весь расклад. 27. 27 лет. Но у тебя нет твоей фотографии. Как я с тобой пойду? Вот как я пойду с человеком, которого никогда не видела? Я так точно не хочу. Мне интересно. Классные волосы, не парься. Я не парюсь. Мне просто, короче, они сегодня не так лежат, как хочу. Кто-то по профессии. Я... О, видите, как они торчат? Пиздец. Отросли, торчат. Я экономист, преподаватель экономики. Да, мне уже нравится просто слушать на фоне. Я в пейнте пишу приложуху. Окей, хорошо, договорились. Так, здорово, красавица, сколько тебе годиков? Мне 28. Недавно было. В Голливуде о таких только мечтают. Вы думаете, да? О 28-летних белорусских. Может быть. Боже, столько комплиментов. И таких не заезженных, а просто такие, типа, ну, миленькие. Спасибо. Не пошлые. Знаете, вот есть такие комплименты, они такие пошлые, вульгарные. Опять кидают твой стрим. Мне тоже недавно было 28. Я думаю, 20-23. Видимо, так улучшает. Какой город в Беларуси? Город Минск. В волосах. Чернигов, найдёшь жениха. Так, не, я не буду говорить ничего. Я не знаю язык. Зачем мне говорить?
Спасибо за подписку. Все, короче, я засыпаю. Скажите, пожалуйста, не буду говорить, я не знаю языка, не хочу. Спокойной ночи, спокойной ночи. Не накрашенная, растрепанная может лучше все сесть, чем напыщенность. Не, я накрашенная. Спокойной ночи, спокойной ночи. Спокойной ночи. Знаете, какая у меня песня в голове? О, у тебя тоже в голове эта песня играет. Знаете, этот видос там, где девочки? О, у тебя тоже в голове эта песня. Что там по мировой экономике? Как думаете, когда кризис? Да я бы уже не смотрела на экономику. У нас уже жопа всему. Но все равно. А может, просто не передает камера? Что не передает? Ты видишь, я накрашена. У меня брови накрашены. Ну, чуть-чуть накрашены. Вон у меня прыщи есть. Вот у меня стрелки. Они уже такие за день такие троху. Ресницы вот свои. Не длинные, обычные. Просто обычные ресницы. Губы потрескались. Тоналкой я так нормально крашусь. Когда замуж собираешься? Замуж собираюсь. Когда позовут? Ну и чтобы еще понравилось. Ну, сначала он должен позвать, потом он должен понравиться. Привет, милашка. Эдуард. Эдуард. Привет, Эдуард. Только сегодня уехал из Минска, зря уехал. Почему? Как дела? Все хорошо. А ты откуда? Беларусь, Минск. Блин, ребята, если вы из Беларуси, то вам будут попадаться практически все люди из Беларуси. Ну, типа, вам не будет попадаться контент, я не знаю, какая-то женщина что-то хочет. Вы из Гомеля? Нет, я не из Гомеля. Арчибальдо. А на кофе пригласил бы. Прикольно. Двадцать одна тысяча семьсот лайков. Прикиньте, вы представляете? Да я уже поняла, спасибо, я поняла. Чего тебе сейчас хочется? Я хочу в Дубай. Так что просыпайся, ничего не поняла. Блин, так что просыпайся. Прелесть. Эд, спасибо, Эд. А что там в Дубае сейчас? Ничего, Дубай, море, Дубай. Сколько ты весишь? Много. Почему именно туда? Потому что я была мало, и мне понравилось. Блин, почему у меня голос? Блин. В Дубае вокзал, билет, самолет. А ты шаришь? Блин, быстро легли с кусок. А подруги есть? Есть. Пару штук. Блин, у меня голос сел. Гриб. Какой рост? 1.60 м. Сколько вышло съездить в Дубай на все? Я не помню. Я не считала.
путевка стоила 1700, потому что я одна была. Ну, и там я немного потратила. Ну, реально немного, очень мало. Привет, красотка, привет. Булкин, 83. Нижнее подчеркивание, 83. Я просто мало была. Я была 7 дней, и у меня был в приоритете отдых возле моря. И я почти никуда не ездила, ходила к морю и вечером куда-то выбиралась. И в следующий раз я думала, что я быстро вернусь скоро. И в следующий раз там, типа, поезжу, посмотрю. Я ничего не успела, вообще ничего. Мне просто хотелось сидеть возле моря. Я настолько скучала по морю, что я просто как ребенок маленький, который, типа, не мог вылезти. Там сильная влажность? Нет. Я смотрю по своим волосам, у меня волосы офигенно выглядели. Влажности вообще нет по сравнению с Вьетнамом. Вот там ты выходишь, и там просто париловка. А в Дубае очень комфортно, и я не почувствовала влажность. Вахо, тебя привет. Привет. Короче, нормально, мне понравилось. Но я была в апреле. Возможно, я была в апреле, а когда жара, там типа влажно, может быть. Ну, я не почувствовала. Мне было прям очень хорошо. Я вот до последнего дня температура была идеальная. Но с каждым разом она, короче, с каждым днем она все нарастала, нарастала, нарастала. И я уже уезжала, было прям так жарко. Я даже сидела, завтракала на улице. И я поэтому смотрю, я завтракала примерно в одно и то же время. И уже под конец я уже понимаю, что я сижу на солнце пару минут, а меня уже жгет. Была бы там в июле, почувствовала бы. Но я же не такая. Я ездила в апреле. Ужас, что за тавтология? Не слушай, если тебе не нравится. Когда планируешь еще слетать в Дубай? Хотелось бы в скором времени, конечно. Но сейчас есть дела другие. А с кем была?